Ну, палаточные лагеря мигрантов, мне кажется, это часть предвыборной кампании, потому что, ну, сколько они там, этих мигрантов, в этот лагерь загнали там, ну, не знаю, 1000, да, а их миллионы, поэтому это капля в море, по большому счету. Ну, и, конечно, эту проблему надо решать, и я лично, я всегда был уверен в том, что людей безработных у нас очень много в стране, и так уж, что нам не хватает рабочих рук, сюда надо завозить кого-то, это некое лукавство, просто им надо платить меньше, поэтому им выгоднее завозить мигрантов, вот и все. А вот все эти палаточные лагеря, ну это да, вот для перед выборами там какая-то движуха.